Жила-была семья. И была у них дочка, Аленка. Вот, заявился к ним кот. Думали, бездомный, оказался бездонный. Все, ему молока мало. Ну, значит, купили коту корову. Та на завтра уже сдалась, да и в лес подалась. О, качали молоко из интернета, а удой-то нету. Хватит вопли слушать. Пойдем шоколад молочный кушать. Попробовал кот шоколад молочный, да и затих. Понравилось очень. С Аленкой все сладко да гладко.